Всем привет! Вы на канале Crypto Dealers. Я Миша, и наша команда продолжает нести в массы информацию о том, как упростить свою крипторутину. Именно поэтому знакомимся сегодня с Bcube AI. Искусственный интеллект уже хорошо себя зарекомендовал в различных областях, и команда Bcube AI также решила внедрить эту технологию для торговли криптой. Если говорить в двух словах, то Bcube является универсальной платформой на базе ИИ для криптотрейдеров, где мы с вами можем торговать как на централизованных, так и на децентрализованных биржах на полном автопилоте. Помимо торговли на автопилоте, Bcube предлагает к использованию стратегии их собственной разработки, созданных с технологиями ИИ и машинного обучения. Данные стратегии всегда будут актуальными, так как адаптируются к текущей ситуации на рынке. Также стоит отметить, что на Bcube AI вы можете найти отличные крипто-торговые сигналы и боты. Более того, вы можете создать своего собственного бота с использованием AI и ML на основе уже работающих стратегий Bcube. Согласно заявлению создателей платформы, они хотят предоставить розничным трейдерам торговую платформу институционального качества и объединить все самое необходимое для успеха в криптовалютной торговле в одном месте. Таким образом, трейдеры получают безопасную, эффективную и простую в использовании площадку, которая решает множество распространенных ошибок, с которыми сталкиваются участники крипторынка. Отсутствие прозрачности, сложность в технической реализации своих ботов с нуля, тяжелый вход для новичков из-за большого объема знаний, которые нужно черпать из разных мест. Криптотрейдерам сложно отличить поставщиков качественных сигналов от мошенничеств. То же самое касается торговых моделей и алгоритмов. При торговле мы используем множество различных инструментов, учетных записей и сервисов, переходим из одного браузера в другой. И, конечно, мы не можем исключать стандартные для крипторынка проблемы, такие как высокая волатильность, риск упустить прибыль из-за работы рынка 24/7 и распространенное мошенничество. Решение этих неприятностей у Bcube AI есть. Во-первых, вы получаете торговую платформу, использующую возможности ИИ и машинного обучения, со всеми инструментами, необходимые трейдеру для максимизации своей прибыли в едином удобном интерфейсе. Мы также упоминали уже о качественных торговых сигналах и ботах. Более того, искусственный интеллект используется согласно всем научным канонам, учитывая волатильность. Ребята тесно сотрудничают с лучшими экспертами и учеными. Их стратегии были созданы после 2 лет глубоких исследований и разработок в партнерстве с университетом Париж-Сакле. Данный университет является топовым учреждением по математике согласно шанхайскому рейтингу 2020 года. Bcube AI предоставляет внутренний механизм исполнения институционального уровня, который заботится о сделках 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Их инструмент искусственного интеллекта генерирует сигнал, используя анализ настроений в связке с техническим анализом. Более того, данный проект находится под регуляцией одного из самых требовательных европейских регуляторов – AMF. Стоит также отметить, что разработчики Bcube создали смарт-контракт для прозрачного распределения прибыли. Именно благодаря этому будет запущен первый бот для торговли DEX, который будет обеспечивать полную прозрачность и автоматизацию. Конечно, у платформы есть внутренний токен Bcube. Он является двигателем экосистемы и способствует получению доступа к бесплатным торговым сигналам, ботам, различным образовательным курсам и другим преимуществам площадки. Токен Bcube – это токен стандарта ERC-20. Размещая определенное количество токенов Bcube, вы сможете получать дополнительный заработок. Удерживая данный актив в течение какого-то времени, вы также будете получать проценты, участвуя в пуле ликвидности. При этом годовая процентная ставка оплачивается на почасовой основе. Более того, привлекая новых участников на платформу, вы также будете получать вознаграждение комиссию 10% от подписок пользователей в токенах Bcube. Ребята уже провели ICO, которое успешно завершилось 14 мая, и врываются на Uniswap 30 числа в 15:30. Проект развивается по графику и, согласно их дорожной карте, уже в третьем квартале этого года будет создан пул ликвидности токенов Bcube на Uniswap, а также токен платформы будет размещен на централизованной бирже. Более того, состоится запуск бота для торговли на DEX. При этом данный бот уже готов и сейчас проходит стадию тестирования, а к концу года пользователи Bcube AI уже смогут создавать своих собственных ботов.
Самое время узнать больше о платформе BigCube AI и воспользоваться технологиями ИИ и машинного обучения для улучшения своего крипто-трейдерского опыта. Друзья, ждем появления BigCube на Uniswap 30 мая, а я жду ваших комментариев под видео. Кстати, там же найдете и все необходимые ссылки для детального знакомства с проектом. Советую заглянуть к ним в официальный телеграм-чат и присоединиться к сообществу BigCube. Там же вы можете задать все интересующие вас вопросы. Ссылка на телеграм-чат тоже находится в описании. А на сегодня у меня все. До скорых встреч. С вами была Миша. Всем пока.